Северная Двина – новичок лиги. Перед этим туром архангелогородцы находятся на 11 месте в турнирной таблице. Оргхим – второй. Уже на первой минуте Оргхим открывает счет. На 27-й секунде Александр Телегин прошивает голкипера. Быстрый гол в матчах с таким соперником очень важен. Пропущенный мяч, он был неожиданный, да. Мне как-то такое ощущение, что мы как-то еще это, приехали откуда-то еще даже, из раздевалки не пришли. И нам его забили. Но да, где-то, может быть, он нас немножко истрепенул, так что мы начали играть. И как бы мы играли с достойным соперником, то есть соперник, который хочет прогрессировать и хочет выйти в Суперлигу, один из лидеров высшей лиги. Северная Двина приходит в себя на 9-й минуте. Тут же Денисов возвращает преимущество Оргхиму, а под занавес первого тайма Телегин оформляет дубль. Перестрелка в начале второго тайма приводит к счету 5-2 в пользу Оргхима. За нижегородцев забивают Обжорин и Зайцев. И тут самое время вспомнить матч Оргхима с ЛКС. 5-0 по ходу матча и упущенная победа в итоге. Здесь уже никакой расслабленности. Сделали правильные выводы из прошлонедельного матча с ЛКС, когда было действительно огромное преимущество, и, к сожалению, там за 5 минут мы его все упустили и сыграли в ничью 6-6. Конечно же, этот микроцикл прошел для ребят в хорошей работе, и именно поправляли те огрехи. Денисов и Зайцев оформят по дублю и принесут победу Оргхиму со счетом 7-2. Следующий матч ребята с нашего двора проведут в субботу в ФОКе Мещерский против Динамо. Начало в 15:30. Александр Быков, время новостей.